Появился момент аварии под мостами в Ленинском районе. Как все было, зафиксировала камера видеорегистратора. По предварительным данным, которые сообщают в ГИБДД, водитель автомобиля Nissan при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Subaru, за управлением которого находился 25-летний молодой человек. После столкновения вторая иномарка наехала на отбойник и перевернулась. Известно, травму получила девушка-пассажир перевертыша, она повредила позвоночник.